Ого, ёшки-матрёшки. Давай только Рекс без этого, прошу тебя. Не-не-не-не-не-не-не-не, дружище, нет-нет-нет-нет. Иди, иди мимо, иди. Чё тебе надо? Да ладно. Да хорош ты прикалываться, не-не-не-не. Рекс, успокойся, хорош. Прекрати, нет. Ты что делаешь? Что ты делаешь? Фу. Чего? Всем привет, друзья, мои маленькие динолюбители. В программе у нас сегодня T-Rex Breakout. Это такая своеобразная игрушка-демка. Знаете, отголосок на небольшой отрывок из фильма «Парк юрского периода». Если вы смотрели этот фильм, там был такой момент, когда T-Rex вырвался из клетки, когда Алан Грант и остальные персонажи фильма сидели в автомобилях, и Рекс их немножко потерроризировал, скажем так, потрепал нервы. Вот сегодня то же самое мы будем испытывать на себе, тоже попробуем испытать те чувства, эмоции, что испытывал Алан Грант и персонажи фильма. Короче, погнали, друзья, посмотрим, что это и с чем едят. Такс, подожди. Ого. Ну, здравствуй, дорогой Рекс. Да, вот он. Вот это страшное существо выбирается из клетки и издает страшный рык, от которого, по-моему, я уже отложил на новое кресло компьютерное несколько кирпичей. Да, очень-таки страшно. Но пока нет. По крайней мере, себя сейчас я чувствую очень прекрасно, сидя в роскошном автомобиле. Правда, я не знаю, что это за марка. Ну, не столь важно, ладно. Конечно, здесь обалденно шикарная крыша стеклянная. Нет, я, конечно, понимаю, что АвтоВАЗ делает не очень качественные вещи. Но, видимо, европейский автомобиль тоже. Ого, да ладно. Ну, иди сюда. Иди сюда. Не-не-не-не. Стой, стой, стой. Ну его нафиг. Ну его нафиг. Ну и чё? И чё? И чё ты хочешь от меня? Да ну нафиг, Рекс. Иди отсюда, блин. Ой, я передвинусь на соседнее кресло. Чё, друг? Ну, достань меня. Достань, давай, давай, давай. Ну, чё, никак? Чё ты хочешь? Да ладно, прекращай. Ого, нифига себе, я думал, статичные предметы в этой игре. Оказывается, нет, стаканчики с панели перелетели. Да ладно. Кажется, я сейчас оглохну. Ого, ты не поверишь, я прям вжался в кресло. Блин, и что делать? Можно ему как-то выйти пинка надавать? Подожди. Слушай, а давай попробуем. Чего? Да ладно! Да прекращай! Да ну нафиг! Да ну нафиг! Слушай, не-не-не-не-не! Да ладно, он пробил стекло, верхнее стекло автомобиля и меня сожрал. Ну ты жопа. Ты реально жопа. Попытка номер два. Так, вообще, давай посмотрим, что тут можно сделать. Подожди. Так, вырвался из клетки, вышел. Слушай. Раз, два, три, волна качается. Как там в детстве было, да? Морская волна, замри. Я замер. Слушай, ну, я вообще отложил несколько сейчас кирпичей в свои штаны, поэтому я не пахну человеком, реально. Нет, я, конечно, понимаю, что некоторые животные кушают свои фекалии, но ты же не настолько засранец. Так, удаляемся. О, погоди-ка, стой.
Тираннозавр Рекс, ага. Можно фотографировать, спасибо. Обрадовали. Туалет, рестарт, эксит. Блин, я думал, там можно будет спрятаться. Видимо, нет. Слушай, вот, честно говоря, посмотреть на модель этого Т-рекса, в принципе, он прорисован хорошо, но как-то он выглядит дохловатым, да? Посмотри, у него торчат ребра везде. О, ты меня сейчас должен был затоптать, просто вжать в этот асфальт, в эту землю. Судя по тому, что идет дождь и переливание вот этих цветов, да, вода, дождь, капли дождя падают ему на шкуру, все это как бы отражается, в принципе, очень хорошо. Свет отражен тоже очень хорошо. Но вот по ходьбе он как будто, я не знаю, как будто скользит на лыжах. Смотри, это если бы это был The Isle, то это был Alt. Это Alt, да, это зажатие Alt'а на серваке и поворот Рекса. Так, ладно. Стой. Стой. Так, а я могу здесь бегать? Да, я могу здесь бегать, это прекрасно. В соседний автомобиль переместиться невозможно. Вообще класс. А присесть, хотя бы здесь присесть можно? Нет, нифига. Такой маленький микроб сейчас бегает под Рексом. Если представить его, что это человек тебя рассматривает под микроскопом, блин. Ты представь, насколько эти динозавры были огромны, просто капец. Так, на заднее сиденье могу сесть? Нет, 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 давай уже куда-нибудь. Боже. И иди отсюда. Ну давай, начинай раскачивать автомобиль или что ты там делаешь. Нет, игрушка, кстати, весьма прикольная, прикольная. Стой, я успел. Оф, я прямо-таки, можно сказать, вырвался из его челюсти. Короче, игрушка весьма интересная. В свободное время можно пощекотать себе нервы. Можно расслабиться, я тебе скажу. Оу! Ой, да ладно! А, да смотри, он, короче, своей челюстью пытался меня схватить. Ладно. Хорошо, я пробую. Попробую я еще разок все-таки. Слушай, меня она прям зацепила, блин. Это прикольно. Нет, реально, слушай. Ну, как Рекс может вообще перегрызть ограду стальную, да, электрифицированную, посмотри. Нет, ну, хотя, если идет гром, вообще, как бы, да, возможно, молния попала куда-то, не знаю, в трансформатор, отключилось электричество, и Рекс выполз у нас. Честно говоря, я не помню уже, как было по фильму, но, наверное, скорее всего, это так и есть. Я сейчас буду ходить прямо сзади него. Интересно, он меня заметит. Давай попробуем, посмотрим. Я прямо по следам, прямо по следам. Так, а если пробежать? Может быть, он как бы... Я не знаю, может, так игра сделана, и чисто Рекс реагирует на Рекс? На бег, простите. Ну... Так, ну и, по-моему, нифига, да? Так, а если... Я так понимаю, если только в поле зрения мне показаться? Громадина! Ну, посмотри на меня, я здесь! Ну, повернись, я тебя умоляю. Давай, 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 давай. Ого, кажется, пора бежать. Кажется, пора бежать, 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 бежать! Фуф, да, я вовремя это сделал, блин, я тебе скажу. Нет, стопы. Смотри мне в глаза, смотри мне в глаза, животные! Смотри и узри! Ты думаешь, я тебя боюсь, что ли? Да ладно. Слушай, давай попробуем так. Сейчас он, короче, будет переворачивать машину. Вернее, нет, когда он начнет пробивать стекло верхнее, я попробую выбежать из нее. Вот жалко, да, здесь все-таки не хватает, я так понимаю, вот здесь в игре мало... Ой, не надо. Мало, короче говоря, места, куда можно убежать, не знаю, спрятаться, все ограничено небольшим... Ой-ой-ой, да! Как противно смотреть на твой грязный язык, ты вообще, по-моему, не моешь...
Рот и не чистишь зубы, блин. Ограничено все-таки здесь очень маленьким таким пространством, да, смотри, вот добежать до, можно сказать, ну, грубо говоря, добежать до этой машины, добежать до той машины и больше никуда. Ой, здрасте. Хотя, подожди, может быть, попробовать убежать вон в тот лес? Нет, 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 здесь уже... Короче, здесь стена и больше ничего, уже дальше некуда бежать. Путь в никуда. Так, ладно, давай попробуем еще разок. Да, жалко, конечно, нельзя присесть как-нибудь, залезть под машину. Но вот, что прикольно, здесь все-таки вот есть... Вот эта физика присутствует, да, Рекс не просто статичный, он ходит, как бы, вот эти вот машины он расталкивает, раскачивает, пробивает стекло, стой, вытаскивает насквозь машину, посмотри на его лицо, боже, какая милая цыпа, реально, посмотри, блин, боже, он такой милый, цыпа, слушай, он сейчас такой думает, слушай, какая я тебе нахрен цыпа, ты чё, вообще, что ли, сдурел? Ой-ой-ой-ой-ой. Вообще, я не знаю, на месте... Если бы я сейчас присутствовал в игре и видел всю эту атмосферу, блин, я бы не знаю, я бы просто всеми конечностями вцепился бы ему куда-нибудь. Вот даже можно вон за ляжку ему вцепиться и просто бы держался. Хотя он, наверное, бы меня почувствовал, почуял. Ой-ой-ой, да ладно, нет-нет-нет, я успел, хотя я был на грани. Животное. Нет. Да блин, да как? Прикольно, блин, класс, слушай, нет, реально, расслабиться. Блин, жесть. Иди сюда, давай, выползай уже. Ты посмотри, до чего. Открой рот, да, я проверю, сколько у тебя зубов. Давно ли ты был у стоматолога? Дай мне проверить. Вообще, по идее, он меня сейчас должен был сожрать. Он же видит все-таки объект, шевелится. Он по-любому должен попробовать его на зубок. Что я, кто я? Ну, иди сюда. Иди сюда, животное! Иди сюда! Давай! Давай, ты же хочешь меня! Можно вести подсчет. Сколько раз меня сегодня отправили на тот свет. Ну что ж, друзья, если кому вдруг понравилось, ставьте обязательно пальчик вверх. Вот такая вот забавная игрушка под названием T-Rex Breakout. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, жмите обязательно на колокольчик и бегом дразнить Рекса. Животное. Ты упрямое животное. Никак, да? Никак, нет. Кажется, все. Конец.